Привет! Олегу пришла посылка из Москвы от Старцева Андрея Дмитриевича. Давайте посмотрим, что там. Олег, сам будешь посылку открывать? Ну ладно. Так, ну давай, распаковщик. Сия Руси. Профессионал уже. Ты уже умеешь это делать? Крепкая какая-то, да, Олег? Ну, проклеена, хорошо. Проклеена, запакована. Так, первые проколы от олеговских зубов на коробке. Ого! Вот и содержимое упаковки показалось. Олег, давай посмотрим, что там внутри. И пока Олег продолжает распаковывать посылку, мы достанем и посмотрим, что там внутри. О, мячик. Олег, смотри. Давай посмотрим. О, все, открыл. Классно, молодец. Вот чего Олег добивался, чтобы коробка нормально открылась, а мы его торопим. Лесной для собак. Будешь пахнуть, как вот эта милая собачка. Она. Вот такой вот ошейничек, Олег. Четко вообще подошел. Классно. Красный и белый мячики. Какой тебе больше нравится? А так? Корм Пурина Про План. Мы такой Олегу покупали. Лакомство для собак. Олег любит такие палочки. Еще лакомство для собак. Попробуем? Попробуем. Олег, ну-ка, дегустируй. Вот такие витаминки для тебя. Ты уже кушал такие? И, в принципе, Олегу они подходят, хорошие витамины. Дента Стикс. Олег, чтобы твои кремульки были беленькие и чистые. Андрей пишет, что у него тоже был французский бульдог и схожий диагноз с Олегом. Делали КТ и МРТ, и, к сожалению, после наркоза пес не отошел, и, в общем, пес умер. Светится? Да, смотри. О. Кнопочка. Блин, классно. Вот так вот ночью гулять, да? Да. Часто же ночью гуляем. Прикольно. Вообще. Олежка, ты такой моднявый парень. Теперь еще и светится. Он и так все время. Светится. Олег, давай первый в подъезд, а то там темно. Подсветишь. Андрей, спасибо вам большое за эту посылку и за внимание к Олегу. Всего вам доброго и удачи. Пока. Пока.